Кажется, что это завалено сейчас, да? Но на самом деле там дырка под завалом. Весна, впору любоваться цветущими деревьями. Но жителям Санникова любоваться можно разве что развалинами. В прошлом году в селе провели капремонт горячего водоснабжения. Вот только наводить марафет после работ не стали. На детской площадке, посмотрите, все изрыто. Там также у нас колодцы идут, трасса идет центральная. И эти все колодцы также обваливаются, обваливаются. Там это вот зрительно кажется. А если какой-то ребенок нечаянно наступит около колодца, то есть это он махом провалится. Детская площадка – та самая показательная, которую демонстрировали несколько лет назад Дмитрию Медведеву. Сегодня выглядит как после бомбежки. Ее тоже раскурочили в угоду горячей воде, которую на коленях просила у Медведева местная жительница. В результате одни моются с комфортом, другие уворачиваются от глубоких ям. Администрация нашего Санниковского сельсовета Елена Геннадьевна сказала, что те работники, которые делали всю эту работу, они не заложили восстановительные работы в смету. Должны приехать ямы закопать, а по восстановлению дорожного полотна, это мы уже тоже обращение написали в администрацию Первомайского района, чтобы подрядчик восстановил дорожное полотно. Угу. А яму закопают когда? Должны были на этой неделе закопать. Я думаю, до праздников однозначно закопают. На данный момент мы сами, жители, огородили эту территорию, чтобы, во-первых, это все подсохло, не образовывалось провалов. Перекопанные дворы, причем раскопки, находятся в непосредственной близости от детского сада. Родители малышей боятся отпускать своих детей на улицу и просят властей скорее навести в селе порядок. Отвернуться можно на долю секунды, он упал, и что? И кто потом будет за это отвечать? Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком.